кто им попадется. Им нужна только власть. Они хотят разграбить нашу прекрасную страну. Они хотят продать все подороже. Продать землю, осушить реки, вывернуть... Так они идут к своей цели, к власти и богатству. Разве позволите вы им продать ваше будущее?
очень внимательно. Thank you.
Еще есть противник. Проверь боеприпасы. Эй, сюда. Я в норме. Знаете, что люди говорят? Они говорят, что вы все собираетесь покинуть страну. Вранье! Ничему не верьте! Вы же заплатили нам за работу, значит, мы будем работать. В Африку Бастион привели деньги. Не будет денег, не будет и наемников. Пусть золотишко продолжает сыпаться, проблем не будет. Конечно, вот о чем вы думаете. Не о работе, не о том, как сделать Африку сильной. Ах, так вот над чем вы трудитесь. Я-то не знал. Своих ребят посылаете делать грязную работу, а когда становится трудно, приводите наемников. Типа, это сделает Африку сильной, да? Ты неплохо справляешься. Лучше, чем другие, кому я плачу. С тобой Афот становится сильнее. Это хорошо. Есть дело как раз для тебя. Я планирую ударить по жилью СНС. Чёртовы солдаты здесь питаются как члены королевской семьи. Им платят парни из агрокомпании. Услуга за услугу. СНС охраняет фермы, компания заваливает жратвой. То, что они делают здесь, загрязняют воду и землю, просто аморально. СНС благодаря этому получает преимущество. Их солдаты охраняют ферму на востоке от города. В ее центре несколько теплиц. Между теплицами есть навес, под которым стоят поливальные насосы. Нужно, чтобы ты их уничтожил. Придумаешь, как это сделать? Тогда ученые поймут, что СНС никого не может защитить. Конечно, если вы справитесь с заданием. Суть понятна? Комплекс теплиц, навес со всякими насосами и трубами. Латим камнями, как обычно. Ты будешь сам по себе, приятель. Не ожидай помощи, даже от нас. Полкилометра южнее города, восточный берег реки. Черт! Черт! Какого хера сюда прешь?
Ладно, тише. Он хочет сказать, здесь ходить нельзя. Мать твою. Хреново это. Не думала, что ты здесь. Так, поговорим о работе, о теплицах. Иногда и АФОТ действует во благо, правда, цели совсем неблагие. Где свалка отходов, знаешь, которая у железнодорожной ветки? Там есть небольшой бак с дефолиантом. Можешь принести его мне? Принеси его на посадочную полосу к югу отсюда. Пока ты будешь в теплицах, я распылю его с самолета. Химикаты разрушат поросль, тогда солдатам будет негде спрятаться. А потом, когда все погибнет, люди, быть может, это заметят. Несколько месяцев я летала для этой компании и распыляла эту отраву. Я говорю людям, что это зло, но они не слушают. Может быть, теперь до них дойдет. Я тебе сверху позвоню, проверю, что все в порядке.
Я здесь, старик. Еще в игре. Проверь боеприпасы. Видали лучше. Ай-яй! Бафу-бах-яй! Кон-фокен-и! Приходи на полосу, я заберу ее у тебя. Ты нашел. Где он? Маленький. Давай его мне. Перфекто. Теперь я об этом позабочусь. Отправляйся в теплицу. Теперь самое время. Скоро увидимся. Это ты правильно. Я пригожусь. Бери.